Всем доброго времени суток, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на своем канале успешных ICO-стартапов. И сегодня мы поговорим о проекте под названием AirPod. Я хочу вам представить данный проект, рассказать о нем, на что он направлен, какие проблемы намеревается решить, и показать официальный сайт, который вы сейчас видите на экране, Bitcoin Talk Onion ветку, техническую документацию также и социальные сети проекта. В общем, что такое AirPod? Главная проблема, и боль всех пассажиров, которые испытывают неудобства во время авиарейсов, это что нет частных мест для отдыха, сна или работы. К примеру, более 62% рейсов, к примеру, в аэропорту Абу-Даби, переносится в среднем на 10 часов. И данный проект намеревается создать капсулы AirPod, инновационный продукт, который спасет этих пассажиров, которые испытывают неудобства, и предоставит им возможность прекрасную отдохнуть или же поработать с помощью капсул. В общем, AirPod – это передовые капсулы, в отличие от любых других на рынке по всему миру. Они имеют свои отличия тем, что таких удобных и недорогих, в принципе, капсул нет еще, не придумали, к сожалению. И куча проблем, не хватает просто спальных мест. Вот здесь указана эта проблема в аэропорту, к примеру, вот в Абу-Даби. Не хватает спальных мест, так как количество таких пассажиров колеблется в среднем от 5 до 100 миллионов пассажиров, я так понимаю, в год. В общем, они намереваются решить эту проблему с помощью блокчейна. Это у них будет получаться, я уверен, что получится. Почему блокчейн они выбирают? То, что они видят в нем потенциал использования шире, чем в любой другой отрасли в наше время. Их убеждение заключается в том, что развитие отрасли блокчейн превышает границы вообразимой реальности. Таким же образом оно будет использоваться, как и сеть интернет. В общем, маркеры будут выпущены, токены AirPod, которые вы сможете приобрести. Информация по токенам на официальном сайте в разделе CrowdSale. Можете зайти, вот детали по токен-сейлу, именно когда будет происходить, какой символ токена, цена токена 10 центов, вот будет тип токена ERC-20, как всегда. И когда токен-сейл, точно даты нет, и указано, что апрель 2018, то есть совсем скоро, уже конец марта, так что поторопитесь ознакомиться с проектом, с его особенностями, чтобы быть в курсе. Распределение токенов будет сразу после краудсейла, после его окончания. Принимаются валюты, точнее, Ethereum только, почему-то так, но это удобно сейчас, эфириум очень популярен, так что я думаю, это не составит никаких проблем. Что еще? Всего будет выпущено 250 миллионов токенов, небольшое количество, непроданные токены, по-моему, вот. Все непроданные токены AirPod будут назначены на фазу дополнительной продажи. В общем, будут продаваться в основной фазе 200 миллионов токенов. В общем, этап времени они не объявляют. Фаза ICO будет публичной, открытой для всех заинтересованных лиц. Я считаю, что у них все неплохо получится. Есть таблица бонуса, которую я сейчас пролистал, вот таблица бонусов, можете посмотреть, как это будет происходить. Вот пресейл, какие бонусы, первые 48 часов отличный бонус 12%, дальше 9%, вторая неделя уже 6%, третья неделя 3% и четвертая неделя без бонусов. Нужно поторопиться, я считаю, чтобы принять участие в данном токен-сейле. По основному распределению токена вы сейчас видите информацию у себя на экране, каким образом будет происходить баунти программа, 2%, так что есть желание принять участие в баунти компании, переходите по ссылочке, которую я оставлю в описании, и принимайте участие. Дорожная карта, какие планы у проекта, можем посмотреть. Вот ближайшее, что у них, это пресейл, март написано, хотя информации сейчас на сайте я не видел по пресейлу, после чего основная продажа токенов. Вот старт ICO апреля 2018-го. И ознакомьтесь дальше у них до 2021 года, до третьего квартала расписаны планы. Так что у них есть цели, поставлены планы, они их будут выполнять. Что приятно,
проект не будет стоять на месте. Они заявляют, что распределение токена будет сразу же после окончания токен сейла. Скорее всего, в этот же день, либо на следующий. Посмотрите видеоролики на сайте, как они презентуют вообще свой продукт, почему он как бы необходим и почему они так уверены, что он будет пользоваться спросом. Как бы они проанализировали все аэропорты, все проблемы, как бы собрали статистику с крупных аэропортов, к примеру, как Абу-Даби, вот они пишут на официальном сайте, 62% пассажиров имеют именно проблемы с неудобствами. В среднем это 10 часов времени, когда переносят рейсы по различным причинам, будь это погода, либо какие-то неполадки. Вот так вот получается, что большое количество людей, от 5 до 100 миллионов пассажиров, испытывают эти неудобства и нуждаются в таких капсулах AirPod. В общем, всем спасибо за просмотр. Давайте перейдем к Bitcoin Talk ветке, которую вы сейчас видите на экране. Здесь также есть информация по проекту, и вы здесь можете написать, либо же прочитать, о чем пишут люди, какие отзывы о проекте, что он из себя представляет. После чего подпишитесь обязательно на Twitter, чтобы быть в курсе новостей. Также я оставлю ссылочку Телеграма в описании, чтобы вы были в курсе всего обсуждения и принимали в нем активное участие. White Paper, который вы сейчас видите у себя на экране, будет в описании под видео. Переходите по ссылке, скачивайте, вся техническая документация детально описана здесь. Информация по команде, по токен сейлу, по тому, как будет работать данный продукт, какие капсулы будут именно, что они будут из себя представлять и так далее. В общем, всем спасибо за просмотр моего видеоролика. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока!